Многодетная семья Прокопчика готовится встречать необычных гостей – Деда Мороза и Снегурочку. И это неспроста. В этом доме верят в сказочного волшебника, всегда с нетерпением ждут Новый год и вместе украшают елку, а под бой курантов обязательно загадывают желания. Мне позвонила Снегурочка и сказала, что они с Дедом Морозом придут к нам в гости. Поздравлять с Новым годом. Гости не заставляют себя долго ждать. В 2 часа дня в дверь раздается звонок. На пороге те самые сказочные персонажи. С собой мешок подарков, но для начала Дед Мороз просит спеть песню или рассказать стих. Дети подготовились. А подарок твой? Да, кто у нас еще? Дед Мороз и Снегурочка отправляются дальше. В списке 12 семей Первомайского района. Праздничное настроение малышам дарят члены молодежного парламента совместно с Могилевской областной ассоциацией местных советов депутатов. Здорово, что такая акция проводится ежегодно и что к этой акции присоединяются также много организаций. Акция «Наши дети» – это не только конфеты. С каждым днем к ней подключается все больше неравнодушных белорусов. Посещают интернаты, развивающие центры, многодетные, опекунские и приемные семьи. Благотворительное движение продлится до старого Нового года. Ольга Васинда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.